Во время ремонтных работ на Парковой не обошлось без потерь. Сотрудники Магадан-теплосети выкорчевали старейшую черемуху областного центра. В результате в социальных сетях на коммунальщиков обрушились гневные комментарии горожан. Вопросом занялась природоохранная прокуратура. Но, как пояснил мэр Магадана, специалисты Магадан-теплосети не могли поступить иначе. Дело в том, что дерево росло в охранной зоне тепловых сетей, на колодце, который не открывали долгие годы. Трубы необходимо было менять, они полностью исчерпали свой ресурс. А сделать это, не раскопав землю, невозможно. Как ранее в СМИ отметил директор Магадан-теплосети Павел Жоров, выбирать между благополучием людей, которые могут остаться без тепла зимой, и этим деревом не приходится. Кроме того, черемуха доживала свой век и так или иначе погибла бы.